За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора Крымского дома. На него не пропустили ни прессу, ни представителей общественных организаций. В декабре Министерство культуры Украины объявило этот конкурс. 21 января закончился прием документов. Желающие возглавить Крымский дом в Киеве изъявили 4 человека. Это музыкант и заместитель директора дома Джимиль Кариков, кинорежиссер Ахтем Ситаблаев, эксперт по правам коренных народов Юлия Зайцева и главный редактор радио «Мейдан» певица Эльзара Баталова. В Министерстве культуры объяснили, заседание закрыто по регламенту. Конкурсная комиссия сегодня выбирает председателя и знакомится с документами кандидатов. Активисты обвинили организаторов в непрозрачности работы. Засобы массовой информации запрошуются на другое заседание. Я хотел бы присутствовать на проведении конкурса, чтобы увидеть, как это все происходит, потому что было объявлено, что все прозрачно, присутствие СМИ, общественности. Это решение можно оценить, скажем, как такое, яке не є прозорим, скажем, и оно не дозволяє повністю об'єктивно висвітлювати весь процес проведення конкурсу.